Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня у нас обновление. Кланы и порталы уже в игре, появилась возможность создавать и объединяться в кланы, соревнуясь в общем клановом рейтинге. 11 августа будет открыт демонический портал. Уникальные монстры и награды ждут своих героев. Ребята, ну разве это не прелесть, а? Блин, прикольно. Ёлки-палки, сколько мы этого ждали. И наконец-то мы дождались. Только вот как делать, создавать Golden Legion? Приглашают в клан. Не хочу я. Я буду собирать свой. Так, подарок от администрации. Дорогие игроки, мы подготовили прогноз погоды на ближайшее время. Сгущаются тучи нечисти, ожидается нашествие демонов. Возможны кратковременные открытия порталов. Царь выделяет вам сундук с едой как гуманитарную помощь, но не спешите ее тратить. Поверьте, 11 августа ваш аппетит будет ненасытен. Да, ребята, не вовремя я сделал себе кухню, согласитесь. Так, что, больше ничего? Потому что у меня с яблоками вообще проблема. А кухня еще... в принципе, 38 минут осталось, и она у меня будет сделана. Это не так уж и долго, как-нибудь переживем, перетерпим. Ну, а теперь будем, наверное, создавать с вами клан. Что для этого надо, я не знаю, посмотрим. Дорогие игроки, это мы уже считали, это мы получили. А где еще сообщение? Что-то я не пойму. Вроде бы как две новости. А я вижу только одну. Но награду я получил. Ладно, что у нас здесь? Это что? Что так наклонилось-то все? Клановый холл. 50 тысяч открывает доступ к кланам. Да елки ты... можно так сделать? Ладно, на данный момент ускоряем. Чего ж там тянуть, да, ребята? И делаем себе... Как-то вот неудобно, конечно, они немножко вот этот вот наклон сделали. Открываем с вами клан. Вы посмотрите, какая теперь фигурка у меня вместо короля. Это какой-то, знаете, из мультика про этих три богатыря-то, Алёша Попович. Вот что-то типа того, даже похож. Даже рубашка та же самая. Да, был я до этого намного симпатичнее. Ну что же, давайте мы тогда сейчас с вами тут соберем. Ох ты, ёлки-палки, это что? Куда я могу построить его? Поставить. Ну давайте вот сюда влепим. И он через 2 часа сделается. Так что, ребята, все желающие, кто хотел присоединиться, я его открою, дам название. Не знаю, как тут можно ссылки расставлять. В общем, welcome, как говорится. Ну, а сейчас мы собираем все, что у нас есть. Повоевать я не смогу толком, потому что, как я вам уже говорил, яблок у меня нету. И это большая печалька, кстати. Хотя, ребята, есть же ваши подарки. Не будем, наверное, мы тратить яблоки, да? Раз они сказали, что завтра будет глобальное нашествие демонов. Наверняка там будут глобальные бои. Так что, ребята, давайте там подготавливайте свои мечи, шмотки. Будем завтра, наверное, делать достойный отпор. Ну и, естественно, соревноваться с другими кланами. Так, а теперь я забираю ваши подарки. И смотрите, тут уже, ну, все мои ребята не в клане. Кроме есть, вот, Рика, например, уже в клане. Куир, Стража Мира. Причем у них, нет, разные кланы. Подожди, это мои ребята или это вообще, это общие, по-моему, да? Мои-то вот друзья, а чё это я там? Так, ну вот, Рика и... Ну это, видать, ребята уже сами сделали кланы себе. Мерк. Так. И это, ну в общем, посмотрим, что оно будет из себя представлять. Я забираю ваши подарочки, спасибо вам большое. И сейчас я вам отправлю. Начинаем, наверное. Ну, Тазген у нас и так здоровый, братуха. Кстати, Тазгена я бы взял бы себе в клан. Мне нравится, сколько у него там мощей. Да и, в принципе, развит он довольно неплохо. Так что, Тазген, если слышишь, давай. Ну, если, конечно, ты сам свой не захочешь там открывать. Так, расставляем, раздаем подарочки. Блин, ну завтра будет опять обновление, получается, да? 11 числа. Ну, в принципе, хорошо. Хорошо, у нас теперь, как говорится, будет чем заняться. Не только
дробить этих орков каждый день, но теперь мы с вами будем заниматься действительно реальными делами, которые нам в дальнейшем, надеюсь, воздастся, короче, по заслугам и по делам нашим. Так, и последний у меня кто... Ой, тихо, что-то не то я сделал. Зачем закрывать? Закрывать не надо. И последний у меня будет... Евгений Королёв. Все, держи, Женька. Спасибо вам большое, лучшие игроки. Блин, 39 уровень, а тут 45-й, 40-й. Ядрить его на корень. А я всего лишь 33-й. Хе-хе, да я еще младенец тут, ребят. Так что вы уж подумайте, прежде чем вступать. Может, кого-то найдете подостойней. Смотрите, они изменили. Лысый чувак такой, блин. Мне почему-то кажется, что раньше они выглядели посимпатичнее, сейчас они более как-то комически, причем все лысые, хорош, ёпрсоте. Господа программисты, верните обратно наших персонажей, какие они были раньше. Что это? Что это такое? Пучеглазик, блин. Так, и сейчас, наверное, будем... Ну вот это не смущает, ребят, ну почему? Я прочитал, получил подарок. А, вот же, ё-моё, вот куда надо было. Так, давайте-ка почитаем. Дорогие игроки, мы продолжаем ежедневно трудиться. Это мы читали в тот раз. Расширение функционалов кланов. Вы сможете не просто объединяться, обмениваться ресурсами и общаться в чате. Вы получите доступ ко множеству новых боевых заклинаний. Сможете улучшать и защищать свою клановую территорию, выращивать клановых чемпионов, которые будут помогать в эпичных сражениях друг против друга или против других кланов. Гоблин-помощник. Он упростит ваше пребывание в замке, будет помогать вам собирать ресурсы и повышать уровень тренирующихся жителей, даже во время вашего отсутствия. Ё-просоте, вот это шикандос, ребят, я всегда, вот почему я медленно развиваюсь, потому что, ну, сами понимаете, в разных играх сижу, там делаю обзоры, и очень много времени теряю. Теперь у меня есть, ну, так же, как и у вас будет, гоблин-помощник, который нам действительно будет упрощать жизнь в этой игре. PvP-арена. Вы сможете доказать всем, что именно вы лучший боец в мире Hustle Castle. Прямые бои с отрядами других игроков – это то, что нужно настоящему бойцу. Вот это правильно, ребята. Вот это я называю действительно PvP-очки. А не то, что мы сейчас занимаемся херней, нападаем на замки и, извините, бьем слабеньких. Что у нас здесь? Герои. Уникальные жители, которые в разы поднимут вашу боевую мощь, скорость добычи ресурсов и откроют новые возможности по созданию лучшего замка в мире. И последний у нас... Кастомизация замка, комната трофеев и уникальные декоративные комнаты. Все это позволит вам построить свой замок мечты, не похожий на все остальные. Ну что же, господа администраторы, администраторы, программисты, спасибо вам большое, что вы нас не заставили так долго ждать по обновлению этой игры. Мы все этого очень ждали. Вам, как говорится, респект, продолжайте в том же духе. И что тут у нас? Обновление, да? Это мы читали, по-моему, да? Или нет? Нет, это мы не читали. Дорогие лорды, мы рады представить вам самое большое обновление игры за все время, что существует Hustle Castle. Мы с гордостью сообщаем о появлении в игре кланов и порталов. Но это не все новшества и изменения, которые включает обновление. Более подробно читайте далее. Давайте читать. Появилась возможность создавать и объединяться в кланы. На данный момент кланы включают в себя лишь малую часть тех возможностей, которые мы запланировали, над которыми работаем, чтобы открыть их в ближайшее обновление. Однако уже сейчас у каждого клана есть свой рейтинг, который формируется на базе персонального рейтинга всех участников клана. Также вы можете и запрашивать, и обмениваться ресурсами, и назначать роли участникам клана. То бишь, я так понимаю, это будет у нас... Ну, например, кто-то будет отвечать, наверное, за склады, кто-то за еду, мне так кажется. Кто-то за защиту. Конечно же, при создании клана открывается персональный клановый чат. Вот это тоже хорошо. В ближайших обновлениях мы собираемся добавить клановую территорию, которую вы сможете развивать несколькими несколько режимов битв против других кланов и клановых чемпионов, которые будут помогать вам одерживать победы. То есть это будет... драка, так скажем, за территорию, ну, если я правильно их понял. Каждый игрок, начиная с 6 уровня тронного зала, сможет попробовать свои силы в демонических порталах.
шестого уровня тронного зала? Ёлки-палки. А у меня-то какого? Надо будет потом посмотреть. Через который потустороннее зло пытается пробраться в наш мир. И у вас появится возможность сразиться с абсолютным злом. И награда за ваше старание будет поистине велика. Соревнуйтесь в прохождении с другими игроками, хвастайтесь своими достижениями и зарабатывайте уникальные награды. Темные души ждут вас. Первая встреча с демонами из портала вас ждет 11 августа. Будьте внимательны. По завершению портала у вас будет еще несколько дней, чтобы потратить накопленные темные души в магазине. Однако, когда темный портал закроется, все непотраченные темные души сгорят. Ну, зараза, а! Оборонительные сооружения замка потерпели значительные изменения, как в механике работы, так и в значениях. Мы советуем вам перечитать описание всех объектов и при необходимости заново подобрать идеальный, на ваш взгляд, набор для защиты вашего замка. Еще одна отличительная новость: мы значительно сократили стоимость ускорения производства заклинаний и предметов. Теперь цены более гуманны. И если вам не терпится мгновенно получить пачку заклинаний или создать новый предмет, самое время потратить на это алмазы. Мы доработали выпадение предметов в магазинных сундуках. Теперь вам будут с большей вероятностью выпадать предметы под уровень ваших бойцов. Если раньше выпавшие предметы могли требовать уровень бойца на порядок выше, чем имелся у вас, то теперь такое будет происходить крайне редко. Мы немного переделали окно настроек игры и доработали авторизацию через Facebook и Google Play. Она стала проще и удобнее. Оставайтесь с нами, ведь впереди еще много интересных обновлений и нововведений. Спасибо за внимание и удачи. Ух, спасибо вам, ребята. Конечно, очень хорошо, очень молодцы, что все сделали как надо. И тут у нас что? Так, это мы читали, да? Это мы, ребята, с вами читали. Про часы, про это все. Это было у нас в том обновлении. Да. Ух. Но скоро в игре, ребят. Вот про гоблинов это будет скоро. И PvP-арена будет скоро. Это значит не завтра, не завтрашнего дня. Но, тем не менее, мы пока будем разбираться, что нам делать с этим кланом, как там развиваться. Все, больше ничего нету, да? Почта пуста, важная. Да, больше ничего нету. Хорошо, и мы приступаем вскрывать сундуки, конечно же. Черт, чуть яблоко не сожрал. Так, и нам выпадает, ну понятно, ресурсы. Сейчас тут будет мне одни ресурсы выпадать, потому что доработали они не в мою пользу, как вы знаете. Ну, начинается. Так, отлично. Все пока шикарно. Мне здесь нужны, ребята, яблоки. Я даже не знаю, стоит ли вообще идти на орков, или лучше мне подкопить ресурсы для завтрашней войны, так скажем. Вот этого я уже как бы не знаю. Ну давай, 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 быстрее. Так, а вот как вот клан назвать, вот это тоже для меня проблема. Так же, как, извините меня, в этом до сих пор не могу выбрать название в Clash Royale. Так и тут сейчас тупить начну. Милорд, у нас на складе... Это что за маг? Ну, ребята, ну на самом деле, ну верните старые лица, они были лучше. Что это? Это какая-то бабка, извините меня, блин. Ай, блин, в челме, блин. Нет, не совсем, не совсем. Конечно, прикольно, но... Слушай, я могу... Да, я могу завершить моментально. Все, ребята. Клан. Искать кланы. Создай свой клан. А как его создать-то? А, создать. Ну, название, я не знаю. Я, ребята, буду, наверное, слишком банальный. Но, как всегда, назову его вот так вот. Так. Может быть, City Ray лучше? Ray City. Давайте, наверное, City Ray назовем. City Ray. И название, да? Хрен его знает, блин, Ray City. Блин, ладно. Черт подери. Сделаем вот так вот. City. Нет, ну как-то так тоже не особо этот.
город Рей. Черт его знает. Ладно, давайте Рей. Хрен с ним. Может быть, потом можно будет переписать описание. Введите описание клана. Ну, здесь я не буду. Открытый минимальный рейтинг. Я ничего не буду ставить. Расположение клана международный. Создать за 50. Да. Все, ребята, я создал. Вы прекрасно видели, как он называется. Так что прошу, все, кто хочет, никто не будет, как говорится, обделен. Так, ну что же. И пока на этом у нас получается все, да? Больше ничего здесь пока нету. Так, подожди, тут у меня пожар вовсю. А я тут кланы называю. Так, да, получается, что пока на этом, ребята, и все. Единственное, что у меня еще один рабочий освободился. А что вообще тут можно построить? А что, опять клановый холл 90? Я не понял, его... Его что, улучшать, что ли, можно? Или нельзя? Что-то я не... Ну-ка, подожди-ка. Клановый холл станет доступно для допроса. Улучшить. 5 часов. Станет доступно для запроса. Ну хрен с ним, пускай он улучшается тогда. Слушай, а если я сейчас туда, например, поставлю вот этих гавриков? Ну, немножко сократилось время. Так, надо еще кого-то туда закинуть. Эхе-хе-хе-хе. Да, жалко, у меня эти алхимики немножко, как вам сказать, слабые. Не могут. Хотя, подождите. Да, они 20 уровня и... Лаборатория еще только делается, и 9 часов ей еще стругаться. А так бы я надел бы эти... Ну, вы знаете, что у меня здесь есть часы времени. Ведь есть же, где-то же были, я же помню прекрасно. А вот часы. И, по-моему, где-то даже была одежда. Да, вот и одежда есть. Ну, это 26-й левел нужно иметь, чтобы они могли носить. Да, качать и качать еще. Так, ну-ка, карта, ничего там не изменилось на ней? Так, орки, 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 орки. Пока ничего нету. Интересно, а где будут? Наверное, вот здесь, вот в проклятых землях. Хотя, с какого хрена они будут сюда вставлять демонический портал, если здесь у нас будет продолжение нашей истории, королевской саги, так скажем, Битва престолов. Так что где-то здесь, наверное. Хотя, я же вам говорил, что они будут делать отдельную карту, где будет война за территорию идти. Так что думаю, что это лишь маленький ее клочок. Так, хорошо. Все очень даже хорошо, ребята. Так. Интересно, а где тут, я вот что-то не заметил, клан? А где тут будет у нас чат свой? А эмблемку мне нельзя, что ли, поменять? А, можно изменить герб. Ну, какой тут можно поставить? Какой-нибудь такой свой, особый. Ну, я даже не знаю. Единорог, луна, птичка. Птичка, блин. Давайте вот так вот крест оставим. Сохранить. Вот так вот. Пускай будет. Так, и все, по ходу дела. 151 тысяча у меня яблок. Смысла идти нападать на орков я пока не вижу. Я их все равно разбить не сумею, не успею. Так, а из построек чем-то есть? Да елки-палки, как же неудобно, наклон сделан. Клановый холл открывает доступ. А, ну это мы уже сделали. И по ходу дела все. Так, ремесленный, тут лаборатория, шахта, погреб, сейф, склад железа, бассейн манны. Да, ребята, больше ничего пока нету. Ух, ну что же, я думаю, что нам стоит ждать завтрашнего дня. И посмотрим, что там будет. Надеюсь, они не задержат нас с обновлением. И все это быстро сделают. Я, кстати, зайду в игру через 5 часов и гляну, что у меня здесь изменится от этого. Так, подожди, их тут двое. Блин, я же еще хотел двоих сюда закинуть. Вот эти вот дурацкие. Нелепо смотришься, а. Лысый ты чурбан. Давай, беги сюда.
темпе вальса, как говорится. Так, и ты сюда давай. Вот так вот. Все. Через 4 часа будет у меня готово. Так, тронный зал. Как бы мне тебя улучшить, а? Даже не знаю. Денег очень много надо. Ну что, наверное, все. На этом можно закругляться и ждать портала. Ну, если они действительно говорят, там будет жестко, я не знаю, готов ли я к встрече с этими демонами. Но зато будет очень интересно на это все посмотреть. Ладно, ребята, на этом буду завершать свой вот такой коротенький обзорчик по обновлению. Кстати, вы заметили, что у нас появилось больше свободного места? Или я просто раньше не замечал этого, а? Может, мне кажется, да нет, вроде как больше стало места-то. Ладно, ребят, все, давайте, до скорых встреч. Клан вы прекрасно видели, как называется. Так что жду. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.